Привет, меня зовут Иван, мне 11 лет. Я занимаюсь в студии «Ирбис». Сейчас мы разыгрываем спектакль «Праздник непослушания», в котором, как я думаю, я буду играть клоуна, который останется в этот злосчастный день в городе, в котором будут проказничать дети. Еще я люблю заниматься спортом. Я люблю приседать, подтягиваться, отжиматься и стоять в планке. В общем, это все обо мне. До новых встреч. Пока.